Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео я вам продолжаю рассказывать про имена. И следующее имя, которое бы я вам хотела рассказать, это имя Надежда. Надежда происходит от старославянского и греческого слова «элпис», переводится как «надежда». Надежда чаще всего обладает мужским складом характера. Она достаточно выдержана, тверда, целеустремленно и не очень-то ласково, несколько расчетливо, авантюрно. У Надежды, возможно, бурные романы, но после замужества и рождения ребенка они остепеняются. В их жизни появляется больше порядка и организованности. Замужняя Надежда сохраняет присущую ей эмоциональность, но становится намного сдержаннее в проявлении чувств. Многие душевные порывы она хранит внутри себя, не болтает, как прежде, часами с подружками. Ее общительность и веселость принимают умеренный характер. Она следует четкому принципу «делу время, потехи час». Под стать ей и муж – обычно сдержанный и собранный человек. Надежда им руководит, но делает это умело и неназойливо. Хорошо, если в маленькой Наде в свое время развили альтруизм, иначе она вырастет такой, что из всего будет стараться извлечь выгоду и будет думать главным образом о себе. Труд – стихия Надежды. Если у нее есть небольшой участок земли, то она обеспечит овощами всю семью. Дети у Надежды вырастают воспитанными, они сдержаны в тратах, знают цену копейки, признают авторитет матери. У Надежды брак идут с такими именами, именно, возможно, гармоничные. Это с Александром, Виталием, Егором. Эти браки будут счастливыми. Неудача может ждать с Иваном, Владимиром, Анатолием или Федором. Это имя подходит людям, родившимся между Тельцом и Близнецами, и Львом, и Девой. Не подходит оно лишь знаком Рак, Рыбы и Скорпион. И дата именин 30 сентября.